Приветствую вас, и вы знаете, начать смотреть я бы хотел с того, чтобы спросить у вас о том, что такое для вас любовь. Вот вы говорите, что вы боитесь человека потерять. Хорошо. Но почему вы боитесь человека потерять? А если вы любите, то вы, соответственно, этому человеку готовы отдавать. Просто отдавать. Вы готовы быть с этим человеком, готовы делиться с ним тем, что у вас есть, готовы проводить с ним время и так далее, и так далее. Но вы боитесь потерять человека, значит, вы боитесь потерять что-то для себя. Значит, любовь для вас это обязательно что-то негативное. А откуда это что-то негативное взялось в любви? Если любовь это как правило только отдача. А вы же от любви хотите получить что-то взамен. Вы же хотите что-то для себя получить от любви. Значит, мужчина, по вашему мнению, вам что-то дает, чего-то, что вы не можете получить никаким, пока что никаким другим способом, кроме как через него. Вот и подумайте, что для вас значит потеря этого мужчины. Может быть, вы будете хуже думать о себе, может быть, вы подумаете, что вы там какая-нибудь недостойная, какая-нибудь некрасивая, непривлекательная, или что-нибудь в этом роде. Может быть, вы боитесь что-то для себя потерять в контексте отношений с ним. И тогда, соответственно, нужно говорить о том, чего вы боитесь потерять и так далее. Понимаете? Значит, вы боитесь боли. Любовь для вас это боль. Но почему так? Почему так? Из-за потребности. Какие у вас потребности, вот об этом и нужно разговаривать с вами. А любовь это не боль, любовь это прекрасно, любовь это желание делать человека счастливым. Вы же хотите в отношениях что-то получать. Вы же хотите себя через отношения как-то реализовать. И вот это нужно делать самостоятельно. Понимаете, вы в любовь, в отношения, личные отношения с мужчиной, вы в них слишком много всего вкладываете. Вы слишком перегружаете ваши отношения с мужчиной. Вам нужно их разгрузить. И то, что касается только вас, то, что касается ваших потребностей, то, что касается вашей реализации, то, что касается вашей самооценки, то, что касается восприятия себя и других, оставить за гранью этих отношений. А вы отношения только стараться молодого человека сделать счастливым. И все. Неважно, причинит ли вам боль или нет. Неважно, надолго вы с ним или нет. Главное, что сейчас вы вместе. Отношения – это не инвестиция. Отношения – это лотерея. И вступив в отношения, вы никогда не знаете, сколько они будут длиться. Месяц, день, год, всю жизнь. Но за каждое проведенное мгновение нужно быть благодарным. Благодарным ему, благодарным себе и так далее. А вот то, что вы хотите получить для себя в этих отношениях, то есть то, какое вы значение вкладываете в отношения и в любовь, вот это касается только вас. И к мужчине отношения не имеет. Поэтому я думаю, что вам нужно в этом направлении двигаться, и тогда бояться любить вы не будете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!